Россияне оценили работу Медведева во главе правительства. Большинству россиян, 86%, известно о назначении Дмитрия Медведева председателем российского правительства, при этом более чем две трети граждан, 71%, характеризуют его как компетентного и умного человека. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации в четверг, 17 мая. Согласно исследованию, каждый второй опрошенный, 49%, считает, что Медведеву удалось собрать вокруг себя команду, которой можно доверять, не согласны с этим 33% респондентов. Более половины граждан, 54%, положительно оценили работу Кабинета министров в последние годы, негативные оценки дали 38% опрошенных. Ожидания от деятельности нового состава правительства умеренно положительные, 37% респондентов полагают, что оно будет более эффективным, 49%, что его работа не будет значительно отличаться от предыдущего. Лишь 3% дают негативный прогноз, заключается в документе. 7 мая после инаугурации президента Владимира Путина правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. После глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Депутатский корпус поддержал это назначение. Комментируя свое решение в пользу Медведева, Путин отметил, что он возглавлял правительство в сложные годы, но Кабмину удалось сохранить перспективу развития РФ. Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего президентского срока Путина, с 8 мая 2012 года. Больше важных новостей в TELEGRAM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.